Приветствую вас. Если отвечать на ваш вопрос, прямо, как есть, то я бы сказал, что, конечно, проблема кроется в вашем муже, именно этой ситуации, вот именно конкретно этой ситуации, кроется в вашем муже, потому что он явно такой достаточно закомплексованный человек, он явно, у него и были проблемы с контактами, с оргазмом, да, и вы пишете, что, в общем-то, он не очень активный, вот, то есть все эти моменты, они, конечно, играют роль, вот, все эти моменты, конечно, значит, оказывают некое такое влияние на человека, вот, безусловно. Другой вопрос заключается в том, насколько вы вообще ко всему этому, условно говоря, были готовы. То есть я хочу сказать, насколько вы отдавали себе отчет в том, что у вашего мужа есть такие проблемы, понимаете, вот, то есть здесь, конечно, надо бы поисследовать, здесь, конечно, надо бы поработать, здесь, конечно, необходимо понимать, понимает ли сам человек, что это проблема. Вот. Ну, отдает ли он себе отчет в этом, в том, что это проблема. Вот. Но с другой стороны, есть и с вашей стороны такой момент, что вы думаете, что вы ему не подходите, и что чувствуете комплексы по этому поводу. Ну, вот, по поводу того, что он вас не хочет, то есть вы принимаете это на свой счет. И это свидетельствует уже о вашей неуверенности в себе. Это уже свидетельствует о том, что вы сами скорее в себе сомневаетесь.
Понимаете? Какой момент? Так что данный аспект именно сомнения в себе, конечно, желательно бы тоже разобрать. Вот. Значит, ну, то, что дело не в вас, в контексте его активности, это, на мой взгляд, совершенно очевидно, что дело не в вас, а в нем, что он так, но у него такая проблема, вот. И, как я и сказал, здесь надо разбираться достаточно подробно, с чем это связано. Вот, сами вы ему не поможете, ему очень нужна помощь. Вот. Ему очень нужна именно, ну, именно психологическая помощь, потому что сам он, скорее всего, не сможет справиться с данной проблемой. Вот. А вам нужно поднять свою самооценку. Вот. И определиться, исходя из этого, определиться с своими чувствами к мужу. И уже в зависимости от того, какие они, ваши чувства, и действовать. То есть, если ваши чувства, они все-таки больше, там, допустим, про любовь, да, то это, соответственно, одно, если ваше чувство про любовь, если вас связывает, допустим, что-то другое, ну, не только любовь, например, если вас связывает что-то еще, то здесь, соответственно, требуется, опять же, корректировка. То есть сейчас вы пытаетесь решить, условно говоря, проблему своего мужа, но не себя, не свою проблему. И это мне представляется наиболее важным аспектом, потому что мужу для решения его проблем необходима мотивация. Вот. То есть мотивация и обсуждение того, что происходит, да, то есть обсуждение именно вот высказывание этой позиции, что я знаю, что ты там смотришь, да, соответственно, разговор о том, что его возбуждает, почему он это делать и так далее. То есть вот в этом момент, да, то, что вы его поддерживали, это вы безусловно молодец. Вы безусловно молодец, что поддерживаете человека. Вы безусловно молодец. Но очевидно, что вы стали для него через эту поддержку, может быть, в силу того, что она была безразмерной, бесконтрольной, вы как бы стали для мужчины, ну,
возможно, кем-то большим, чем женщина, его женщина. И, возможно, это повлияло на то, что, ну, повлияло на его восприятие вас и на его либидо. Вот, хотя, безусловно, это тоже только предположение. В идеале, конечно, чтобы вы обратились оба на консультацию, то есть чтобы вы вместе обратились к психологу, поговорили, пообщались с психологом, это было бы идеально для вас. Вот, потому что так наметились бы некие векторы того, например, что вы готовы делать, того, например, что он готов делать, да, то есть вот такой момент. Но это уже, как я понимаю, это уже исключительно ваша прерогатива, да, то есть захотите, не захотите. Вот. Муж ваш не хочет, муж вас не хочет именно по той причине, что у него вот есть даже не проблема, а вот такой, ну, такой нюанс, скажем так, да? Вот. И, в общем-то, именно вот с этим нюансом, да, именно с этим нюансом и нужно что-то делать. Но поскольку это ответственность все же не ваша, а ответственность это все же именно мужа вашего, вот, то и разбираться с этим, в первую очередь, ему. А вам нужно отстаивать свои интересы и не позволять, соответственно, ущемлять себя. Вот. То есть на самом деле, в вашем вопросе кроется ответ. Ваш муж не хочет вас именно потому, что он смотрит порно. Вот, тут все очень просто. Ну и, соответственно, мастурбирует, так полагаю. И как бы именно этот аспект, он и определяет то, что происходит с вами. Вот. Ну, вот примерно так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Примерно таким образом можно на него ответить вам. Как мне видится? И тут вот, понимаете, вы пишете, значит, что, значит, вот вы в дополнении пишете, что мы обсуждали проблемы с сексом всегда, поддерживала мужа как могла, и что именно вы обсуждали? Вот что конкретно вы обсуждали с мужем? То есть какие конкретно проблемы секса вы обсуждали? Вот. Вы говорите, что вы его поддерживали, опять же, как вы его поддерживали? То есть одно дело поддерживать человека, допустим, помогая ему там достичь того, что он хочет, да, к примеру, и совсем там другое дело, когда вы его поддерживаете, а получается, соответственно, только хуже
Да, в том смысле, что сейчас человек только, ну, все меньше и меньше сам себя верит. Вот. То есть в какой-то момент, видимо, у вас началось сближение, когда вы смогли своему мужу помочь, значит, преодолеть, значит, ну, его барьеры. А потом началось отдаление. Опять. Началось отдаление. Вот, ну и вы, получается, этот момент упустили. Вот. Опять же, поймите правильно, да? То, что я вас не обвиняю, сейчас у меня нет никакой цели вас обвинить. Вот. Есть цель просто показать вам, как обстоят дела, потому что вы, вероятно, этого не знаете. Вот. Дальше. Значит, тут еще специфическое видео на фоне всего этого. Ну, это дополнение, опять же, вы не раскрываете нужных деталей. Вот. Вы пишете, что вам начинает казаться, что своему мужу вы не подходите, вам начинает казаться, что вы ему не подходите. А здесь, конечно, желательно, чтобы вы как-то более детально этот момент определили, да? Вот. То есть, что именно вы имеете в виду под «не подходите»? То есть вы имеете в виду, что не подходите вы ему в том смысле, что вы хотите разойтись с ним, или вы не подходите ему, ну, в смысле сексуально. И из-за этого вы переживаете. Потому что, ну, вещи это на самом деле разные достаточно. Вот. А вот, соответственно, то, что можно вам сказать. Так что здесь вот вы, да, вот вы пишете, помогите разобраться, почему мужчина не хочет. Ты смотришь видео. Да, видео смотрит, потому что это помогает ему решать какие-то внутренние проблемы его. Вот, то есть он себя чувствует, например, наиболее комфортно, да, наиболее безопасности он себя чувствует именно вот когда значит чувствует себя папой. А равноправных отношений он либо боится, либо считает себя недостойным. Вот. Тут очень много всевозможных причин, потому что секс это история про уверенность, про ощущение себя в безопасности.
вот, сексуальные роли. Ну, вот, потому что сексуальное желание появляется только тогда, когда человек находится безопасно, ну или когда ему кажется, что он в безопасности, вот. Так что здесь такая ситуация, здесь такой момент, вот, и нужно особенно деликатно подходить к данному моменту, вот, особенно деликатно, потому что человеку можно навредить таким образом, вот, человеку можно сделать хуже, вот, что он еще больше себе закроется. Я думаю, что мы этого не хотим с вами, вот, поэтому отсюда и предложение, собственно говоря, обратиться на личную консультацию вам обоим. Ну и, естественно, по желанию, то есть хотите обращаться, хотите нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.